сказки Шахерезады. Концерт под таким поэтическим названием прошел в Метрополисе в воскресенье. Таинственные и завораживающие мелодии создали атмосферу настоящей восточной сказки. С разнообразными сольными и групповыми номерами перед зрителями выступили юные танцовщицы коллективов Черноморска и Одессы. Это школа Райда, город Одесса, это Иствей, город Одесса, Фарида, Ильчевск, Черноморск и Амина, Черноморск. В основном это чистый восток, это фольклор, и это без шоу, без фьюжна, это ознакомление, еще раз говорю, ознакомление города Черноморска с культурой Востока. В ходе представления шел сбор средств на лечение жительницы нашего города Виктории Кичук. Уже год девушка борется с тяжелым недугом. Помочь выздороветь Виктории может каждый. Это наш ребенок черноморский, который уже год борется со страшной болезнью, раком челюсти. И родители обращаются ко всем. Девочке сделано 11 химиотерапий. И осталось совсем чуть-чуть, чтобы этот ребенок выздоровел. Поэтому сегодня вот мы просим всех, пожалуйста, давайте все вместе спасем еще одного ребенка, спасем одну жизнь. Это прекрасная девочка, талантливая, красивая, жизнерадостная. Она очень хочет жить. Всего в Черноморске на лечении Виктории Кичук в этот день удалось собрать около 10 тысяч гривен. В этот же день деньги были переданы маме девушки. Сбор средств на лечение жительницы Черноморска продолжается. В пятницу в 16 часов также в Метрополисе пройдет еще один благотворительный концерт.